Я не знаю, есть ли у нас в России или нет. Lululemon. Вот этот магазин. Это магазин спортивной одежды. Здесь очень классные, хорошие качества. Ну и всегда как бы большой выбор леггинсов, шортиков. В общем, все-все-все, что хотите. Леггинсы стоят $128. Но качество, это качество, понимаете? Я всегда за качество. Я лучше купить, я за то, чтобы лучше купить одну вещь, она будет супер, чем накупить на эти $128 5 пар. Ну, короче, кошмар-кошмар, знаете, где либо там в Росси, либо в Маршалс, в Берлингтон, там или еще каких-либо вот в этих вот ужасных просто магазинах. Но, вы знаете, это, наверное, надо иметь настолько много времени, настолько быть бездельником, чтобы ходить в эти магазины. Ну, реально, девчонки, давайте вот по факту. Реально. Чтобы, да, там можно найти одну какую-нибудь, две вещи эксклюзивные раз в полгода, и все. Но это надо быть настолько, иметь настолько много времени ходить по таким магазинам, но у меня его просто нет. И даже если бы у меня было бы это время, мне его просто жалко тратить на такие жалкие магазины, которые я вам перечислила. Потому что в основном там все просто, ну реально барахло. Ну давайте уж смотреть правде в глаза и не говорить, что ой, да нет, классные магазины. Простите, тогда хорошо, пишите мне в комментариях, что там классного, что? Ничего. Классные кофточки такие, прикольные. У меня с Lululemon тоже вот с этой есть. У меня не спортивная одежда, а у меня вот такого плана кофточки. И когда прохладно, весной, не летом, летом у нас жара, а вот весной у меня порой такие кофточки я одеваю, у меня их несколько. У меня такая серо-сиреневая у меня есть. Кстати, где-то на обложке я в ней стояла, фотографировалась, она у вас есть. И вот такого плана мне очень нравятся кофточки. Хочу посмотреть, сколько цена. $78. Но вы меня простите, здесь и качество какое. Я за качество. Поэтому я готова за хорошее, отличное качество заплатить деньги. За барахло Росс, Маршалс и так далее я не готова отдавать ни копейки, реально. А за качество, за хорошие вещи, которые вам прослужат долго, цвет красивый, да, какой, я готова отдать деньги, поэтому насчет вот вещей, насчет качества я никогда. Thank you.
красивый очень торговый центр, да? У нас очень много в Лас-Вегасе красивых торговых центров. Они очень любят вот эту вот, знаете, как напущенность, такое вот богатство показать. Смешу ли? Это я вам показываю отдел кроссовки, которые носит мой сын. Это Изи, Изики. И вот их цена вот такая у всех. Вот это любимая фирма моего сына кроссовок. Галерея. Ну, как вы уже понимаете, я никогда не прохожу мимо галереи. Я всегда смотрю. Мне всегда это интересно посмотреть. Я всегда захожу.
Ну, а раз я захожу, соответственно, что? Эта картина уже продана, sold. Соответственно, я делюсь с вами. Как прилечу в Москву, девочки, пойдем с вами в Третьяковскую галерею. У меня мой прадед был художником, и его картины выставлены в Третьяковской галерее. Поэтому пойдем с вами смотреть, и я вам ее покажу, его картины. Я помню, мы с Никитой пошли, когда были, ну, когда в Париже были, во Франции, пошли в Лувр. Мы там полдня провели, мы там все смотрели, все рассматривали, все-все-все. Вот такие картины я люблю очень, когда крупными мазками, вот такими прям выпуклыми мазками, я очень люблю такие вот нарисованные картины, но я люблю, когда цветы сделаны, вот именно цветы. Здесь деревья, а я люблю прям цветы. Это так красиво смотрится. Вот сделано платье прям крупными мазками, видите? Очень красиво, очень ярко, красивый оранжевый цвет. Я вообще оранжевый и желтый цвет не люблю, но вот здесь он очень красивый. То есть он настолько все подобрано, настолько вот эти все вот тона, даже вот бордо, желтый, вот оранжевый, они настолько подобраны правильно на темном фоне картины, вот они смотрятся. Вот то же самое желтый, да? Вот на темном фоне. Очень красиво. Вот эти крупные мазки. Красиво. Красивые вот эти вот рамки, багеты и вот это вот, как нарисовано, мне прям Лувр, сразу Лувр напомнило. Это старые-старые картины, старые очень. Девочки, в Вегасе не живете, а в Вегасе, видите, у меня все. И даже выставки, галереи и так далее, куда мы ходим. Ну, конечно, я не все показываю, но тем не менее, в основном такое вы общедоступное. Конечно, вот я с вами делюсь, показываю вот это вот все. Необычность, которую выставляют люди. Sold, продана вот эта картина.
пока гуляем с вами, еще и на выставку сходили, да? Красиво. Мне сразу почему-то вот Лувр напоминает вот прям вот эти вот, когда особенно старые картины, старые рамки. А почему фотографии я поставила? Именно старые, которые вот эти картины, именно видео снимать нельзя, поэтому разрешили снять видео, но именно где вот старые картины висят, попросили просто снимать фото.